о тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Цены могут быть смешными. И пусть мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, если нужны покупки на каждый день, почему бы и нет? В магазине «Смешные цены» найдется все. Товары для дома, кожгалантерея и аксессуары, сувениры, косметика, бытовая химия, игрушки, ну и, конечно, большой выбор стоковой одежды и обуви, мужской, женской и детской, любого размерного ряда. Дети быстро растут, пачкают и рвут одежду, сколько бы она ни стоила. Покупать дорогую – нерационально, а по нынешним временам многим родителям она просто не по карману. В магазине «Смешные цены» ребенка можно одеть с головы до ног на 2000 рублей. Денису мы вместе с продавцом-консультантом Викторией подобрали. Ботинки за 800 рублей, джинсы за 500 рублей, куртку за 800 рублей и шапку за 100 рублей. А в это время родители тоже обновили гардероб. Новая осенняя куртка для мамы обошлась всего в 1500 рублей. Папа примеряет брюки за 500 рублей, а я предлагаю взять к ним вот эту рубашку, а молодому человеку – спортивный костюм. За все про все семья отдала на кассе 5700 рублей. Удачных вам покупок по смешным ценам. Магазин одежды и обуви для всей семьи, а также товаров повседневного спроса – смешные цены. Мебель. Сегодня это настоящее произведение искусства, будь то шкаф-купе или кровать. Салон «Мебель для вас» в торговом центре «Центральный». Теперь это два павильона с выставочными образцами стильных и оригинальных предметов интерьера. Кровать. То, без чего невозможно представить спальню. То, от чего зависит наша работоспособность и даже настроение. Любая модель превратит вашу спальню в лучшее место отдыха. Это кровати из эко-кожи и пластика с подъемным механизмом, регулируемые спинкой и подголовниками. Чехлы съемные, и ухаживать за ними будет легко. Помимо функциональности, у этой мебели для сна есть еще одно неоспоримое достоинство – дизайн. Без лишних акцентов и многословных деталей, но вы увидите, как преобразится ваша комната, когда в ней найдет свое место кровать из серии «Сити». Гармонично смотреться в спальной комнате будет и шкаф-купе «Дали». Его боковые стенки можно декорировать кожей в тон кровати, а на фасад нанести фактурную фреску с репродукцией картин известных художников, пейзажей или натюрмортов. Еще один плюс такого шкафа-купе – доводчик. Он обеспечивает двери автоматическое закрытие и фиксирует ее в этом положении, придавая аккуратность интерьеру. А вы устраиваете гостиную? Обратите внимание на элегантные стенки ведущего отечественного производителя корпусной мебели фабрики «Лером». Нужен диван? Выбирайте. Сейчас на мягкую мебель, которую производит фабрика «Сокрус», действует гибкая система скидок. Зима будет долгой и яркой. Эксперты моды советуют носить миди в ретро и бохо стиле, кутаться в меха и блистать в прямом и переносном смысле. А что предлагают наши салоны, узнаем в магазине «Миледи». Французская длина супер актуальна. Платья и юбки до середины колена или чуть ниже идут женщинам любого возраста и телосложения. И это оптимальный вариант для офиса. Если дресс-код позволяет, можно выбрать геометрический принт. В моде полоска, клетка и гусиная лапка. Кстати, у ломаной клетки юбилей. Ровно 30 лет назад ее вывели на подиум. Шерсть и замша – самые теплые и уютные ткани для холодного сезона. Эко-кожа – не кожзам, морозов не боится. Дышит, как настоящая кожа, приятна на ощупь и проста в уходе. Платья, брюки и жакеты из эко-кожи – прекрасное решение для создания свободного соблазнительного образа и хорошая инвестиция в свой гардероб. Кожаные платья в моде всегда! А я напомню, что вся одежда здесь фабричного производства из Турции, что гарантирует качество материалов и кроя. Любая модель хорошо садится по фигуре. Нижнее белье итальянских брендов. Магазин находится по адресу улица Спортивная, 21-33. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!